Представители Народной партии Казахстана встретились с жителями Бостандыкского района Алматы. В микрорайоне Ерменсай уже много лет есть проблемы незаконного и точечного строительства. Жители выступают против масштабной застройки предгорий, в частности, возведения здесь многоэтажек. Активисты доказали, что строящиеся по соседству коттеджи и таунхаусы незаконны. Результат – суд вынес решение о сносе 36 домов. Но строительная компания в ответ подала апелляционную жалобу, а стройка тем временем идет полным ходом. Жители считают, что работы в горной местности влияют на водоснабжение. Вода идет с перебоями. Представители НПК сообщили, что направили запрос в управление урбанистики. Самая большая проблема в том, что в Алмате не хватает воды. Все об этом знают. Президент об этом говорил, о проблеме точной застройки. Аким города говорил о том, что проблема у нас существует точной застройки. Но самая основная проблема в том, что у нас не хватает воды.